Так, руки дотянул. Осмотр занимает всего несколько минут. Процедура похожа на прохождение флюорографии. Только производится с помощью этого аппарата – маммографа. Все просто, быстро, а главное – бесплатно и без записей. Я старый человек, можем ей бы не прийти. 79-й год. Ну вот молодым, всем работающим, кто вот такие молодые, кто еще дома, после пенсии, конечно, надо проходить. Надежда Ивановна пришла сюда с дочерью. Женщины стараются пройти такое обследование каждый год. Как говорится, предупрежден, вооружен. Лучше выявить заболевание, если оно имеется на ранней стадии, считают нижнекамки. Это очень удобно, потому что если брать так, то это платно, не всем доступно. А в счет этой акции все могут желающие прийти, свободно пройти обследование, консультацию. В первую очередь маммологический осмотр помогает выявить рак молочной железы. В мире это наиболее частая форма рака среди женщин. Протекает быстро и опасно метастазами. Пройти могут все желающие, хотя так, по рекомендациям женщинам старше 39 лет рекомендовано раз в год ежегодно проходить данное обследование. На данный момент за этот год обследовано в рамках всех мероприятий, связанных с этим, порядка 17 тысяч женщин. В этом году уже выявлено 95 случаев злокачественных опухолей у женщин. Бесплатный осмотр начался пару дней назад. Обследование уже прошли порядка 70 человек. Пройти маммологический осмотр можно здесь, в консилиуме, с 7 утра до 7 вечера ежедневно, кроме воскресенья. И такая акция будет длиться до конца декабря. Поэтому приходите сами и приводите своих родных. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.